Давным-давно сгорела большая библиотека и уцелела лишь одна рукопись. Долгие годы она покоилась в глубине книжной лавки, и никто не обращал на нее внимания до тех пор, пока однажды в лавке не сменились хозяева. Они, перебирая свитки, книги, рукописи, избавились от ненужного. Старую рукопись выбросили, и она попала в руки случайного прохожего нищего. Тот собирался разжечь ею костер, чтобы согреться, но прежде поинтересовался, что в ней написано. А в рукописи было вот что. Тот человек, который найдет на берегу моря горячий камень, обретет в жизни все, о чем мечтал. Нищий решил, что терять ему все равно нечего, и отправился к морю. Он поднимал камень за камнем, но они были холодны, и человек бросал их в волны. Так шли дни, недели, месяцы, годы. И вот однажды рука нищего коснулась горячего камня. Он поднял его и по привычке выбросил в море. Наша жизнь, как берег моря. Мы день за днем ищем свою судьбу, но часто мы, найдя то, что искали, проходим мимо лишь потому, что привыкли искать, а не находить.